делаешь? Мы все ужасно разные. Зеленые и белые. И желтые, и красные. Кто носит юбку в клеточку, кто маечку в горошек. Но главное, всем хочется найти друзей хороших. Надела лето, лето, лето радугу, как ленточку. И ходит зебра в клеточку. Ой. Фотоаппарат. Привет, Поля. Пойдем играть? Не мешай мне, клеточка. Я творю. Это не что, а кто? Это я. Хоп. Если приглядеться, даже красиво. Ничегошеньки не красиво, потому что не похоже. Не получается. А я так хочу повесить на стену свой портрет и любоваться. Устроим состязание! Ведь нас так много! Кто-то обязательно нарисует похожее! Конкурс моих портретов! Гениально! Включаем фантазию! Фантазию! Это я могу! Сейчас как включу! Паша, выключи немедленно. Рисуйте точь-в-точь, как видите. Особенно мои полосочки. Постараемся! Я художник! Я так вижу! Вот! Гоша, где мои чудесные глаза? Где челочка? Ужасно! Чудовищно! Родион, а у тебя что? Отвратительно! Кошмар! Обидно! Это мне обидно! Я же хотела любоваться, а не ужасаться! Вот тяна! Вообще-то я старался! И я вроде бы... И мы! По-моему, очень оригинально. Но я хотела как взаправду. О, идея! Сейчас вернусь. Фотоаппарат. Он делает картинки точь-в-точь, как на самом деле. Странно. Почему-то картины мне нравятся больше. Я смотрю на них и вспоминаю моих друзей. А это я и в зеркале каждый день вижу. Это искусство!
У каждого художника свой особый взгляд. Чего-то не хватает. Поняла. Авторов. Приготовились. Снимаю. Но как же так? Тебя не будет на общем фото. У меня же есть ваши рисунки. А завтра будем играть в скульпторов. Кто будет моделью? Я. Только чур не шевелиться,